Как можно представлять, но зачем? Есть выход простой. Я хотел бы попробовать сам, но только если с тобой. Как помириться после ссоры из-за смешанного пустяка? Показать, что ты ревнуешь, не превращаясь в дурака. Как потерять сон от волнения и стать счастливее в эту ночь? Как это вместе выбрать имя, назвать им сына или дочь? Это можно представлять, но зачем? Есть выход простой. Я хотел бы попробовать сам.